Представители службы охраны госграницы Литвы сообщили, что самолетом из Швеции был доставлен депортированный гражданин Таджикистана Алишер Тошев. После задержания иностранец сразу же воспользовался своим правом попросить убежище в Литве, а должностным лицам не оставалось иного выхода, как поместить его в специальное помещение в аэропорту для таких лиц. Алишер Тошев попал в поле зрения спецслужб, потому что стал очень активно проявляться в интернете. На разных сайтах поощрял насилие, распространял исламистскую пропаганду, одобрял терроризм, отмечают пограничники. Подозрения еще больше усилились, когда выяснилось, что Тошев близко общался с террористом, который устроил теракт в Стокгольме в апреле этого года. В Швеции гражданин Таджикистана находился с литовской визой.